Ну что, друзья, всем привет, с вами снова Рик. У нас 30 декабря, предновогоднее настроение. Я машину сдал, вот, в общем, у меня там долг остался где-то 26 тысяч примерно. Вот, в следующем году раскидаю. Вот, сказали, парк будет работать 3 и 6 января, так что я буду отдыхать. Вот. Ну, а чтобы двигаться мне, так сказать, и на месте не стоять, я снова на Форде. Тот самый, если вы не смотрели, можете посмотреть ролик. Вот я снимал. Вот. И он 2013 года. Вот, комфорт не идет, но на экономе то, что надо. Приоритет, конечно, небольшой. Вот, но работать можно. Вот, так что буду, так сказать, пока до 3 числа или до 6 на нем покатаюсь. Вот, а потом снова на полике. Вот, так что вот, в выходные работать не буду. Вот, решил все-таки привести Новый год, отметить его с близкими, с друзьями, с девушкой, и соответственно начну работать, наверное, может, 2-го. Вот, так что отдыхаем, и как бы решать вам, работать в Новый год либо отдыхать. Так что вот как-то так. Ну, коэффициенты сейчас горят просто пиздец. 4,5. Вот сейчас я зашел. Вот завтра, я думаю, будет 5, и может и больше. Так что работаем. Давайте, друзья. Всех обнял. С вами Рик. Работаем и кайфуем.